Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами страны граждан России и мира. В числе награжденных первый заместитель председателя Мособлдумы, Герой России Лариса Лазутина. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени вручен выдающейся спортсменке и политическому деятелю за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. «Благодарю Ларису Евгеньевну за совместный труд и поздравляю с такой высокой наградой», сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.